Народ, нас выпустили гулять и не запретили кататься, так что уху, как это круто! Стоять, у меня есть идея покруче, там недавно что-то поливали, и мы можем покачаться в грязи. Класс, еще лучше! То есть нас сегодня мыли, и теперь будут еще раз мыть? Но, Черри, ничего страшного в этом нет, потерпишь. Вот бывает у меня иногда такое ощущение, что мне не повезло с друзьями. Ладно, пошли. Я нашел самое интересненькое. Мы нашли. О, да! Вы уверены, что стоит как-то грязновато? Я лучше тут постою. Не надо! У-ху! Вода! Фу! Ненавижу купаться! Замучила уже! Сколько можно? Ну пошли, дальше тоже интересно. Вот это уже по-нашему. Грязичка! Так бы и сразу! Веселуха! Блаженство! Может, лучше не надо, как-то грязновато. Да, да, рой там свои пазочки, а мы будем по-настоящему веселиться. О, да! Ну что ж, я пришла вас забрать. Где они? Я же их здесь оставляла, о боже мой! Неужели их кто-то украл? Надо идти искать. Может, они где-то здесь? А? Кто это там? Ах, вы бессовестные! Я же вас сегодня мыла, старалась, долго мыла, вычищала, а вы... бессовестные! Нет, ну это надо так труд не ценить. И как я вас теперь домой занесу, чтобы помыть, а? Черри, ну хотя бы ты могла не лезть, ты же не любишь мыться. Забыла? Это идея Ириса. На эту идею меня натолкнула Зоя. Слышь, я предлагала повыляться там, где мы были. Этим и натолкнула. Все, пойдем, чем лежим? Эх.